На Ленина 69 трактор сгребает снег, грузит в спецтехнику. В соседнем дворе на Союза Республик рабочие скидывают снег с крыши. В этом году снегопад обрушился на Барнаул в середине ноября. Осадков выпало много. Управляющие компании пока справляются. Вот только уборки зачастую мешают припаркованные автомобили. Мы вывешиваем объявления, связываемся с домовыми комитетами, просим помощи. Также в случае, если автомобили все-таки у нас остаются на прилегающих территориях, то обращаемся в ГИБДД, пока нам не отказывали. То есть ГИБДД также связывается с автовладельцами и просит перепарковать либо убрать автомобиль. В течение 8 часов после снегопада двор должен быть расчищен, снег вывезен. Складирование во дворах запрещено по правилам благоустройства. Насколько добросовестно сделана работа, следит администрация города. За 2 недели проведено 4 рейда. По 25 многоквартирным домам выявлены замечания. Большинством управляющих организаций меры были приняты, однако по 5 домам управляющие компании не отреагировали, в связи с чем администрация района в адрес Государственной инспекции Алтайского края и Комитета жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула были направлены письма с просьбой принять меры реагирования к управляющим компаниям, обслуживающим данные дома. Меры реагирования, предупреждения либо штраф до 5000 рублей. Кстати, помимо дворов чистят и межквартальные проезды в рамках муниципального контракта. Работы уже проводились 2 раза, расчищено 29 проездов, собственность на которые не разграничена. Валентина Аскерова, «День с толком».